На этом самолете в Нью-Йорк прилетел житель Республики Колумбия Жавье Феррейра. Феррейра утверждает, что ему 167 лет, и, следовательно, он самый старый человек в мире. Если это действительно так, то Феррейра родился в 1789 году, то есть в год вступления на пост первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона. Thank you.